Лили, тебе такое тоже делали? Нет, потому что у меня нежные руки. Не то, что у вас. Я считаю, Рик хотя бы дважды в месяц должен ходить в салон. Ему это действительно нужно. Очень больно? Нет, немного. Было бы лучше, если бы он замолчал и позволил мне делать свою работу. А сейчас ваши ногти заблестят, как новые. Он розовый. Нет, он прозрачный. Розовый? Он розовый? Нет, не надо. Ладно. Наконец-то. Здорово, у вас есть ногти. Да. Все не так плохо, они выглядят лучше. Больше сюда не надо. А мои красивее. Ты девушка, так и должно быть. Знаю. Спасибо. Спасибо. Я ухожу. Приходите еще. Подожди. Нет.